помнишь эту, которая у нас в уроке была? Кого? Петрова. Не помню. Не помнишь? Она назвала там какое-то мастерство или еще что-то такое. А, да, ну конечно. А наш Шунике, этот классный руководитель. Кого классный? У Вероники. Ну, этой моей малышки. Короче. Что, она ее любит? Очень. Не, наоборот, то что. Конечно, нет. Ну что, как бы, о чем бы мы общались в свободное время? Так я постоянно, когда о ней говорю, этот у нас некая стабильная просто какие-то фразы. Да не, ты типа начинаешь так здороваться, понял? Не, Ника, когда первый раз услышал, там тоже выпал. Даже забыл, как ее зовут реально. Оксана Лукова. Владимир. Yeah!
она. Туда, себе положил. Загрузы пошли. Есть!
Непрофессионально с его стороны. Что им же делать ведь? Чего не обнимать? Ага, аналитика подъехала. Эго, так что они бодаются? Или ты не наблюдал? Yeah.
погоди. Да ладно, они доиграют потом. На приеме, да. Спасибо. Согласен. Спасибо. Я все равно даже с наушником не услышал бы. Тут ветер. Нет, я уже услышал. Я имею в виду, что ветер в твою сторону. Ha ha ha.
жизни немножко осталось. Вот это памятный день. Что, серьезно? Да, ударом он своей. Красивенько. Не-не-не, Коля. Маша, влево, Коля. Центр, право! Право, право, ты все стоим. Давай, 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 давай. Да ну! Него, центр! Него! 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 Кто это вообще? Коллектор, может. Да? Судя по всему, да. Так там вообще ничего не было. Я просто думал глазами вытянуть, в панице. Все, играй дальше, Леха. Тебя понял? Видишь, что? Здравствуйте, распишемся, сеньор. Еще не расписался. Забыл, да? Чисто дедушку да, суд ты доводишь.
это... Да, я уже... Назарий. Назарий? Это кто был? Ну спроси, пожалуйста. Второй номер, какая у вас фамилия? Ну, ладно. Ну, пацаны, ну пожалуйста. 6-3 всем все равно, типа, ну да. Ну да. А оператор должен страдать. Что с тобой? Спасибо.